голова не пугала меня. Вот это переживание того, что человек бесстрашен, воспоминания. Ты, по-моему, рассказывала про то, как все другие животные в природе как-то охраняют своих детенышей, какие-то страхи в них присутствуют. От полета орла курица защищает своих цыплят. И только человек — единственное животное, существо, которое рождается без страха. И вот я пережила вот это вот ощущение, что, по крайней мере, вот здесь и сейчас, в этом пространстве, ничего со мной не случится, не произойдет. Это было, когда тебя держали, Женя? Нет, или уже он буквально, да, вот это сразу же, как я стала активно дышать, и вот этот пошел процесс, что я вот могу и сама. Но потом вот дальше, Евгений, как-то я перемещалась по этому бассейну произвольно, как-то хаотично вот эту трубку нащупала, у меня там прородовые ходы, вот тоже воспоминания пошли. Потом Евгений отставил под меня руки, и я ощутила, что вот я в жизни не одна, у меня есть опора, точка, откуда, кто мне мог помочь, что у меня есть помощь. А ощущение рукой борта, когда я коснулась, что подо мной есть земля, мне есть от чего отталкиваться, и есть там, на кого надеяться, опираться. И дальше вот я вошла вот в такой цикл, что переживания. А, и когда он меня вот приподнял, у меня поднялась грудь над водой, и стало холодно. И это вызвало вот ощущение, такое переживание, что смерть рядом. Вот жизнь, вот эта вода, тепло, вот она жизнь, вот я в ней свободно, бесстрашно купаюсь, окунаюсь, плескаюсь, вот нахожусь. И рядом смерть, и рядом истина. Вот я слышала.